И чё это? Просто видите, это Артём. Вау. Просто это клоун какой-то. Вы видите его? Сейчас я через второму аккаунту Артёму сейчас... Сейчас, вот смотрите. Сейчас он... Через второй аккаунт. Через второй аккаунт. Я зашла через Артёма аккаунт. Надеюсь, что он меня не прибьёт. Да не, всё будет нормально, мы тебя не спалим. Сейчас я тут нарисую на компьютере дичь. Даже он гений подтвердил, что он не спалит. Точно? Оля, пон, тортик какой-то. Тортик. Какой-то непонятный тортик. Тортик просто. Я сейчас буду писать через там. Понимаете? А я первый, гений. Гений что-то слишком усердно пишет, но я уже первый. Кстати, кто не знал, у меня есть катана Токио. Понимаете, представляете это зрелище? Буду переписать, типа, рисовать не тот аккаунт, а через тот аккаунт. Понимаете, она-то точно не знает. О, да! Видите, Артём, вот видите? Да-да-да, гениста. Ух, да, я вижу через там. Я реально, ну он не съел тортик, он пока только смотрел на него, ребят. Он ест его глазами, вы не понимаете. Черная утка плавает в бассейне. Черная утка. А тебе что дать? Понимаете, чтобы не было подозрений. И сейчас будет дичь. Что это? Чё с мешком на голове, а на мешке пицца? Гений уходит, я сейчас... О-о-о! Отлично! Тимофей, закрывай активити. Тимофей, закрывай активити. Тимофей, закрывай... Блядь. Он ушёл. Закрой активити, зайди и закрой активити, Тимофей. Артём, просто мы остались. Миссис Артём. Тимофей, зайди и выруби активити. Выруби активити, чтобы я создал и я... А я уже! Я сейчас буду... Зайди обратно, блин. И чё там, подожди, и чё там такое? Зайди, просто смотри! Бетти, выйди. Окей, выйду сейчас. Если сейчас он... Как выйти? Пока, Тимо. И вот. Этого, Артёмку забери, Артёмочку. Окей, сейчас заберу. А как выйти? Видите, как отсюда разбить? Заберу. О, вот. Сейчас секую, что? Я сейчас снова сделаю эту штуку. Сейчас я снова все сделаю. Вот. А я что-то не могу. Вот. Что снова вот да так? Да в смысле? Я должен быть король. Подожди, мне нужно. Стой. Вот, все, заходи. А что, мне надо уже быть. Сейчас. А у меня вообще сейчас разрядится мой телефон. И мне придется через Артёма аккаунт разговаривать. Еще добавьте меня в РП-сервер, я не представляю, что будет. Вообще как будет. Я не представляю, что будет. Я реально не представляю, что будет. Заходи. Я не представляю реально, что будет. Ты зайдешь в активити? Будем дальше играть. О, гениально! Вместе с Артёмом! Ты мне не показываешь, а вот, Артёмк. Артёмка есть, а тебя нету. Вот я. Теперь ты есть, ну кайф. Начинаем. Чё? Вчера играл с ним, да, да.
Что я написал? Это у меня, получается, твое выпало. А может, у Артемки? Чего еще Артемка? Или Артемка не этот? Или Артемка вообще ничего не пишет, и, короче, он лох. Да, да, он лох. Понятно, Артемка лох. Запомним. Он все-то рисует. Он лох по жизни. Он лох. Вот что, он лох по жизни. Я тебе подсказку даю. Артем нарисовал то, что скопил, как мой стиль. Смешной стиль. Он скопировал мой стиль. Пон. Он любит копировать мой стиль. Он любит копировать. Я считаю, это вообще самое красивое, что я мог нарисовать. Я целую Кэта. Я хотя бы нормально написал, но что это такое? Это походу Артём. Он меня шиперит с Кэтом. Я сейчас Артёма сейчас прибью. Не, погоди, я рисовал то, что я рисовал. Да? Я рисовал. Была тема этот, Бетти целует Кэта. Ну, наконец-то я могу нарисовать, что-то написать здесь. Как будет? Что это? Он понял. Артём ещё не понял, что это. Он понял. Это не то, что тут гей рисует. Вот, это не, это я рисовал. Я рисовал. Я просто нарисовала. Я наконец-то что-то написала. Вау. Когда ворует ювелирные изделия. Что? Что это нарисовал? Он успел нарисовать только хомяка, и то я ничего не понял. Я ничего реально не понял с этого говна, ребят, еще раз. Он наконец-то напишу что-то. О, кайф, короче. Передаю большой привет Артёмке, он молодец. Но он любит, понимаешь, что это порно связано. С порно он любит. У меня друг вообще, он понимаешь, он Дас, а я Кир. Я так и нарисую, вот так нарисую. Нет, почему именно мне это попадается, ребят? Давайте так варимся, я не хочу это рисовать. Он нас слышит вообще или нет? Он слышит все, он просто, ему лень разговаривать. А он просто не мой, оказывается. Ладно. Что я рисую, блин? Остановите меня, пожалуйста. Как я рисую вообще Бетти, это отдельный вид искусства тем, что я начинаю рисовать волосы, а потом уже рисую саму голову. Короче,
Тема вообще еба, мне кажется, тема вообще еба. Остановите мой ор, пожалуйста. Пожалуйста. Так же сам, как Ярис, просто в один в один. Что это было? Я вообще в шоке. Сейчас будет искусство. Что это? Объясни, что это за... Что это такое? Вроде кидает в летучую мышь. Кидает что? Кидает какую-то жопу. Пидор, блядь. И сейчас я что-то напишу. Я просто зашлякаю, это Артём ошёл. И Бетти тут просто прочувствовала всё. Артём её трубку и убивает Гиди. Что? Погоди. Что за трубка? И я, получается, Артёма назвал пиздецом. Понятно. Нам не хватает Кэта и этого. Нам не хватает Кэта, однозначно. Я написала логично. Просто что-то написала. Я считаю, как... Детишки, Бетти. Что-то у Артёма... Какая-то... Артёма попалась вроде тебе. А? Что? А мне попалась Артёма. Что-то она... Артёма от меня что-то хочет. А что тебе попалось? Ну, у меня попалась Бетти и Кэт Экзэ, Кэт Бетти. А. Потом меня реально с ним шиперит, что за дичь? Вообще, у тебя полсервера с ним шиперит, но пропустим этот момент. Я нарисую не я нарисую типа вот это. Непонятно что. А Артём это у нас что получает? Ну, Артём из себя представляет, как по аватарке я... Подожди, мне надо чекать. Клоун. Вот, смотрите, такая штука тут, короче. Ещё что у него там на башке? На башке он вообще лошадка. Что он нарисовал? Он что, я не знаю, что там нарисовал. Я просто смотрю у него в компьютере, и он нарисовал. Рабочий момент. Это у него тут такие губы, типа, а что у него с глазами вообще? Глаза у него какие-то накуренные, у него нос красный. Это а то. Что это? Что я могу сказать? А если я попробую так? Да. А сейчас он что-то мешал там нарисует. Опа. Что это? Какая-то дичь. Ну это вот оно, это какая-то дичь. Ну я и не описала, я нарисовала. Я нарисовала, что это?
Вот именно. Справедливо. Справедливо, могу сказать, справедливо. За что? Это идеально. Чисто то за что? Какой-то за что? Не убивай меня, Бетти. Не убивайте меня, прошу. Потом это кондитерки. После этого не убивайте меня, пожалуйста, окей? Окей. Здесь вот так вот, что-то там налево-направо, короче, здесь вот так вот. Что это, блин? Что-то там рисун, короче, всякую фигню, а это вот, да. Я нарисовала то, что могла. Не убивайте. Совершилось. Ура. Что я нарисовал? Я тебе. Пожизненный смайлик Бетти теперь просто. Артём пьёт пиво. Артём рисовал то, как он пьёт пиво. Да, он рисовал то, как он пьёт пиво. Чтоб что? Я ничего другого не придумал. Реально. А что если Артёма добавить на РП-серию? Это будет страшно. А чё? Я знаю, как это нарисовать уже, у меня уже есть идея. А не понимаю, как нарисовать этот рисунок. Не понимаю, что это Мартио мне. Артём, он реально меня с ним шипелит, если его добавить на РП-сервер. О, это будет дичь. То тогда будут те самые сценки, когда кто-то кого-то толкает на... И, короче, он будет толкать тебя к этому на тебя. И всё. И тогда будет... И тогда будет вообще кайф. Вообще не понимаю, как это нарисовать, нарисую вот так. Короче, у него какие-то такие...
Что-то там, короче, говно у него. Я не знаю, как рисовать Артема, поэтому он у меня просто клоун. Понятно. Если его добавить на РП-сервер, это будет страшно, он шипер. Он просто видел, как я там его когда-то в Роблоксе. 18 плюс он это видел. И он подумал, почему бы и нет, почему бы их не пошиберить. Так, 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 ща, я тут дорисовываю твои волосы, самые сложные, это, наверное, волосы Бетти самые сложные. Да, так вот, 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 так вот. Ну вот, готов. Что это? Не, ну реально. Сейчас Артём, что-то я угадаю, что ты нарисовал. Что это? Моя рисовка курит в сторонке. Я не понимаю, как это нарисовать Артёма. Дай чара, Артём. Я не понимаю, как себя стать и как я стала киллером. Я не понимаю. Я могу назвать это как Артём в полной жопе. Артём в жопе. Артём шарит за зайчика, за тени бани? Не знаю, он никогда не играл в зайчика. Я бы смотрел что-то про него, не знаю. Ну тогда ладно, буду писать что-то нормальное. Нет, стой, подожди. Стой! Есть, успел. А кто такой Чи? Кто такой Чи? Чи? Кто такой Чи? А я вообще не рисую, просто рисую дружескую беседу. Меня когда-то нарисовала. Ну все, достаточно, да? Да, просто. Я не понимаю, как тебя нарисовать. Сейчас, погодите, это слишком сложно запомнить. Я просто не пишу этот рисунок, просто не знаю, как там тебя нарисовать. Ты просто, типа, ей не улыбается, а ты, типа, такой... Типа, может, не надо меня? Я не представляю, что там нарисовал Артём, даже не хочу представлять. Что он может нарисовать? Что он может нарисовать? Представляй. Не знаю. Мне уже стрёмно реально самому. Ага. Ну, да ё-моё, я не стой.
А, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот это вот здесь, вот это сюда, 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 вот так, вот это так, вот это так, бла-бла-бла-бла, готово. Си. Что это такое? По волосам можно сказать, что это гений. Просто... Видишь, какое лицо ты делаешь? Да гений какой-то человек. Это я был гений этот. Я тебе этот. Я Артему рожу ломаю, все понятно. Дети убивают Чи. Кто такой Чи? Кто такой Чи? Блин, я, короче, нарисовал этого. Я просто не знаю, кто такой Чи, поэтому я нарисовал Артёма. Реально, кто такой Чи? Артём Сталиндер или Гентю. Я не понимаю, что он там рисует. Это игра гениальнее, чем надо. А что, если его туда добавить? В WordPress что-то будет? А чё, всё? Что? Артём убивает игры. Но я этого тут не вижу. Я вижу только ступа-пупа. Я не знаю, как это дорисовать. Стоп, что я делаю? Я же могу сделать вот так, вот так, вот так. Вот так, хоп. Ну, короче. Мне вообще дичь попалась. Таким никто не нарисовал. Чё тебе попалось? Ну, у меня попалась Крекер и Лост. Короче, рисуй с понтона и печеньку. Рисуй с понтона и печеньку просто. Ну, я рисую как по... И Лост, типа, с понтона вот так нарисую. Непонятно, что я нарисую вот так и вот так. Я не знаю, кто это... Я не знаю, как рисовать Лоста, значит, я вот так нарисую. Страшно нарисовал Лоста. Артём, наверное, какую-то дичь нарисовал, 100% даю. Я Крейгера... Чё я вообще тут делаю? Ребята, чё я вообще тут делаю? СТП, не то. Вот ещё не хватает к этой... И кого-то ещё, Крейгера. Я реально не знаю, что это. Я не знаю, что это... Я... Я не знаю, что это реально. Так, что там у нас, ребята, сейчас будет, как думать? Давай так. Что это, я не понимаю, что это? А, стоп, что это такое? Что это такое? Какого фига все пошло задом наоборот? Не знаю. Короче, не будем это обращать. Еще тут не хватает крекера, он бы с ума бы сошел. А что это было? Подожди, мне реально интересно, что это было. Крекер и Лост. А, стоп. Не, не похоже. А, я и крекер. Артём и крекер. Артём убивает Крейгера.
Может, кого-то еще добавим? Кто-то там вообще ожил, нет? Крекер все еще сдох? Реально. А вообще-то Кэт, он в другой группе. Если ты его сюда добавишь, он будет в шоке от Артёма. Что он шутит? Он просто будет в шоке от Артёма. Он его может 100% прибить. Он, короче, он не отвечает, поэтому... Ну, мать, вы задолбали это писать. Я задолбался это рисовать. Сколько можно? Погоди. Слушай, как я могу это нарисовать? Как я могу себя нарисовать из реала? Вот так. Вот так. Вот так, вот так. Вот так. Как я могу нарисовать, как я убиваю крекера? Как? Как я могу нарисовать, как я убиваю крекера? У меня зарядки мало. И печеньку просто нарисую. Это, наверное, не ты. Ты писал это Артём. Как я могу убить? Первый. Как я могу нарисовать что? Нарисовал. Я взял нож, у него нет рук. О, Артём, я там посмотрела у компьютера Артёма. Сейчас он сразу напишет дичь. Ну, я не знаю, что там, что это такое. Что за К? Стаканы. Сейчас разрядится телефон. Что Артём может нарисовать? Что это? Он гриф, я касаюсь. Что за К? Что это? К. Это К. Я не знаю, что это такое. Что за К? Артём, объясни, что за К? Обойти из реала убивать крекера. Как я могу это нарисовать из реала? Не, я не могу. Я думаю, это будет весело. Это Крей, Артём, или... это я написала. Артём взял нож, у него нет рук. Ну, понятное дело. Ну, просто безрукая, понимаешь, что у него же на аватарке чисто башка, ну что сказать, что все взять. Понимаешь, если я его добавлю в RPC, понимаешь, что он будет делать? Дичь, дичь. Я представляю, что там будет делать. Она написала, что, типа, предыстория, типа, он лох, а теперь ты должен нарисовать, если Артёму это выпадет, то я не знаю.
Сейчас Артём что-то нарисует предыстории. Он типа сказал, что он, ну, это было реально. Он что-то там рисует что-то. Я не могу понять, что он там делает. Тут. Здесь бы больше времени давали, я, может, что-то бы нормально давали. Как это рисовать чары с шоколадом? Не-не-не, и позже, что я дорисовал? Подожди. Я не понимаю, что я нарисовала. Я не понимаю, что я. Я не понимаю, что я вообще такое рисую. Что за говно собачье. Хотя тут реально собака. По факту, конечно, собака. То есть я рисую собаку, но, блин, это не собака, а говно собачье получается. Она рисовала чару, типа она что там ест. И такое лицо довольное у чары. И не нарисовала тело. Я не успела. Опа, что может Артём нарисовать? Не знаю, но что-то, наверное, очень страшно будет. Реально очень страшно. Да, я нажимаю готово, я ещё приду. Я скоро вернусь. Окей. Сейчас! Так, доигрываем, и я ухожу. Доигрываем, и я ухожу. Окей. Сейчас там дичь. Я нарисовала дичь, непонятно что. Кто это? Собака лает на луну. Я пытался рисовать красиво, честно.
А я что-то написала. Луна смотрит. Луна смотрит, что? Ну все, на этом всем пока. Пока, Вестерс. Всем пока. Пока.